Привет, ребят. Снова утро, снова Pathfinder. Сейчас перед сном, думаю, запишу серию. Серию, может, две. Мы остановились на том, что... на том, что нас карали на привале около большого этого вяза, или как его там... Короче, около нары, где прячется Таручи, старого платана. В итоге, отдохнул я или нет? Судя по... смотрите, какая фигня. Сон, да, был. Мне приснился страшный сон. И у гнома у меня штраф. Минус 2 к силе. Типа он один из снов боевого, да, кто наносит урон. Вместе сами ли они в основном... Это терпеть совершенно невозможно. Постоянный эффект. Если эффект постоянный, я так понимаю, что придется отдыхать еще раз. Сдается мне. You're always the first to get into fight. As if there are no fighters in the party except you. Why not? I know there are others, but it's the custom. Лучше боец всегда в первом ряду. Какая жаба. Так, один рацион, маскировка нахер, повар приготовил, отлично. Так, что опять? А может мне надо как-то по-другому? Пробовал открыть дверь. Та не поддалась, и он сел на пол. Слышал журчание воды. Бессилие. Обессиленный персонаж движется с половиной скорости. Не может. Утомленный персонаж не может. Блядь, и что? Обессиленный персонаж. Может, я не в том месте где-то сплю? Может, тут нельзя спать сейчас? Давайте, я не знаю даже. Перед тем первым штрафом, да, давайте я загружусь. Блин, начинается. Он выглянул в окно. Стекло разбилось, стрела вонзилась ему в грудь. Упал. Найти и устранить причину ночных кошмаров. Да что найти? Как я буду с бафом минус 2 к силе ходить? Вы что, на приколе? Найти, говорит, устранить. Найти и уничтожить. Ай, черный балет. Так, давайте. Вот это попробую загрузку. Так, все, на мне нету дебафов, правильно? Все, пойдемте, старый платан. А зачем я спал тогда? Я хотел, чтобы у Валери подснялся бафчик. Ну, лучше так. Кестен Гаррес. Приветствую. Кестен Гаррес, бывший начальник стражи Джаманди Алдори, кивает вам, так будто вы только вчера простились в Рестове. Он заметно хромает, одежда кое-где заляпана кровью. Кестен также угрюм и сосредоточен, как в первую вашу встречу. Но в этот раз в его взгляде проскальзывает едва различимый охотничий азарт. У меня срочные новости из Рестова. Расследование, которое я провел по приказу леди Джаманди, доказало невиновность мою. Шпионом Питекса был и остается Таруча. Это он в ту страшную ночь открыл ворота и впустил убийц. Судя по всему, он намеревался получить баронство и поддержку Алдори только для того, чтобы затем предать эти земли под власть своего патрона. Король Ировейти любит загребать жар чужими руками. В любом случае, леди Джаманди приносит вам свои извинения. Мы почти настигли Таруча, когда опустился проклятый туман. Из-за него мы сначала заплутали, а потом попали в разбойничью засаду. Кестен зло рубит воздух рукой. Из моих людей едва ли пара держится на ногах, так что я буду признателен за помощь в поимке Таручо. Он должен быть где-то поблизости. Доставьте мерзавца живым или мертвым на торговый пост Олега. Владыки мечей запомнят эту услугу. А к Таручо
Как-то Тартучи, блять, как его Тартучо удалось обмануть вас? Этот скользкий змеёныш доставил нам проблем. Когда он заявился в Рестов и пожелал принять участие в экспедиции, никто поначалу не заподозрил неладного. Ну гном, ну колдун. Даже после той ужасной ночи кое-кто из моего отряда бился об заклад, что шпионом окажется не он, а ты. Ну, да. Его подвела самоуверенность. Подручные Тартучо, через которых он держал связь с Серовеки, похоже, думали, что могут спокойно встречаться с британскими шпионами в притонах города. Но Рестов в отче на Алдоре, а леди Джаманди пользуется уважением и среди знати, и среди простых людей. И даже среди тех, кто стоит по ту сторону закона. Из трущоб пришла весточка, что добрые друзья, желающие остаться анонимными, просят владыки мечей обратить внимание на некоторого гостя из Пидекса. Тут Джаманди послала за мной, приказав без лишнего шума схватить шпиона. Тот рассказал все о Тартучо и не только. Надеюсь, Ировечи достаточно сильно расстроится, когда узнает о провале своих агентов. Поговорим позже. Чем мне с тобой говорить? Так, доставить Тартучо куда-нибудь. Никаких тут, ага. Вождь Углежок. Трусливые предатели, щучьи дети, верните святыню. Кобальд и глашатай. Трус, щуч, тыню. Глупый-глупый кобальд, иди ищи свою святыню в своей пещере. Под кровать своя ищи, под стол. Ха-ха, глупый кобальт, нет кровати, стол, ищи свой кладка, там терял святыню, а ругать клопов, хулить королеву. Ложь, вождь, углиш, гош, не глуп, оскорбляешь предводителей кобальдов. Ложь, вождь, кош, такие крошечные создания и такая гордыня. Но по правде сказать, разве наши владыки хоть чем-то лучше? Линзи, такие воинственные. Прямо-таки хроники талдорских императоров в миниатюре. Что с происходит? Чужак, чужак, ты свидетель, да? Глупый кобальт напал на клоп. Оскорбляй нас, наш прекрасный королева. Ложь, клоп, вор, красть святыня у кобальт, мы мстить. Помогай нам, чужак. Угу. Кобальды и клопы. Так, кобальды, что случилось? Я вождь, ты свать меня, углекош, кобальт и клоп, ты тут давно, шить мир, но клоп вор, похищать наши святыни. Так, откуда ты знаешь, что святыню похитили клопы? Клоп хитрец, но вождь, углешок хитрец больше, я свать, новый шаман приходить, шаман Тартук узнавать, кто украл святыни, хороший шаман. Тартук роший. Так, а где сейчас шаман Тартук? Шаман пещера быть, не попасть в священный сал. Клоп, заваливай наш ход, кобальт гнев. Ага. Тартук не настоящий кобальт, он обманывает вас. У Клешок не глуп, он снай настоящий кобальт. Мне все ясно. Мне все ясно. Ну, типа понятно, что я на стороне клопов и королевы. Или на стороне кобальдов. Или ни на какой стороне. Ну, давайте за клопов, может быть. Не, ну кобальдов обманули. Но клопы с другой стороны тут при чем, да? Клопы, блядь, кобальд, херобальд. Жесть. Да разбирайтесь сами вы своей хуйней. Ладно.
клопов больше задам. Так, тут тоже махач у них. Not that I care. Так, опа. Так, вот какой-то. Done. На лице умершего застыло выражение ужаса, на теле заметны следы ожогов. А, так, монета есть, кольцо. Это... Ого, дуэльный меч. Ближний бой. А, экзотическое оружие. 2-9 урона. Еще не идентифицирован. Тут еще и идентифицировать что-то надо. Жесть. Жесть, конечно. How much longer, I wonder? How much is the fish? Так, давайте, она у нас самая... Самая внимательная, пусть ходит, собирает. Щит веры на Рамуль пойдет. So так, ага, мечи, еще какая-то ерунда. Украшенные ножны. Так, ну всякая. Такая фигня, ничего такого. Так, что у нас там? У нас по хилкам, да, беда вообще. Беда, беда бедовая. Танка парочку, тебе парочку, барду не надо, парочку варвару. Нет, это сам хилка, сам ходячая хилка. Так, вот это, наверное, надо. Эти слепоты, зелье исчезновения. А вот это, наверное, надо. Барду на крайний... Ну ладно, исчезновение пока никому не буду давать. Хотя может быть Харим, да, если его прям будут трепать. Давайте посмотрим. Цветок кислотного прикосновения. Может быть ему и понадобится. Вот это тоже небольшая какая-то. И свитки на случай, если вдруг у него закончатся спеллы, да, его. Хотя, может быть стоит свитки поберечь, а может быть и не стоит. Черт его знает. Черт его знает, ребята. Ну, давайте потихонечку куда-то. Ага, колдунство. Колдунство какое-то. А я что, их трупы могу обыскивать? Прикол. Здорово. Так, деньги. Все устали. Прикол. Я, честно говоря, боюсь тут останавливаться. Сейчас опять мне приснится кошмар, и все, до свидания. И до свидания. Can you make an epic pose? I need inspiration. Чего тут? Блять, не успел. Не успел начать отдыхать уже. Вот это вот все. Давай, Линси. Как-то поучаствуй. Матерый ящер. Да уж, видно, что матерый, да? Так, что мы можем сделать? Бафнуть, например, Амери. На попадание, да? Почему я не могу включить ярость? Вот этого я, конечно, не очень понимаю. Так, давайте хаос. Ну, я не знаю, слушайте.
Тупо не попадаем по нему. Такой целый матерый электрический ящер. Защита цели 26. Модификатор атаки 9. Нет, и что они мне предлагают? Исцеление легких ранений. Давайте Харима. Или исцелим как-то минимально, да? Ну все, блядь, исцелили. Харим исцелен. Жесть. Почему не показывается ХП? И что, мне даже ничего не дадут за это? За этот чудесный подвиг? Вот тебе, блядь, и entertainment. Не, ну мне тут не дают отдыхать. Нельзя, я так понимаю. We should gather our strength. Will this ever end? А мы сможем вообще с локации выйти, если Валери не может двигаться? Чё она, блядь, несёт там? Несёт она. О, ништяк. Anything is possible. Here. Follow me or don't. Да, с этой усталостью, конечно, какая-то. Какая-то засада. Так, собрать, уйти. Куда пойдем-то? Куда мы пойдем? Resting would be nice, don't you think? Не знаю, на пост Олега. Попробую отдохнуть. Хангри.
Сейчас начнется какая-то херня. Странно, что ты нашла в себе силы сохранить любовь к сказительству после того, как... Ничего странного. Я ведь пишу для себя и других, а не для этих раздутых жаб из Академии. Людям нравятся мои истории, а большего я и не прошу. Так, 5 рационов. Маскировка. Как всегда. Выпрыгнуть в окно. Умная река. Бессилие. Что за жуткие сны преследуют нашего... Давайте посмотрим, что за жуткие сны. Украденные земли. Речной кошмар. Найти и устранить. Нашему предводителю в последнее время не спится. И вовсе не потому, что в его спальном мешке завелись блохи. Едва он смыкает глаз, как его начинает терзать ночной кошмар об утопленнике, твердящем одни и те же слова. Шумная река. Стоит наведаться туда и выяснить, кто или что насылает эти жуткие... А куда туда-то? Куда туда наведаться нам надо? Переправа. Ага, шумная река. Куда наведаться? Ну давайте попробуем. Ага, сюда я не могу, да? Парим мне напоминает стоика из Пилларсов. Он тоже. И голосом всем. Магран. Так, что это за место, блядь? Переправа, 5 монет. Чё-то я тут... Кого не наблюдаю. Так, а что дает плюс один ко всем спас броскам? Дает ужин, да? Дом сгорел. Горящий дом. Горящий дом из моего кошмара, да? Так, ну куда ты, Амери? У нас есть танк вообще-то в пати, блядь, чтобы лазить по всяким развалинам. Так, ты ничего есть. Так, зелье устойчивости к холоду. Заклинание дает существу частичную защиту от одной стихии на выбор. Шоковое прикосновение, короче, всякое. Так. Может быть еще что-то? Угу. Вроде нет. March, march. All I do is march. Так, нам надо найти утопленника. Я так, возможно, это будет какой-то призрак. Ого. Так, Валери впереди, это приятно. Так, лицо мертвеца разбухло от долгого пребывания в воде. Зловоние, исходящего от его беззубого рта, столь ужасно, что слезятся глаза. Рука, сжимающая зловещего вида копье, покрыта струпьями. Внезапно вам становится дурно, как будто вам на макушку опустилась тяжелая холодная рука. Мокрые волосы липнут к коже, и струйки ледяной воды текут по лицу и за шиворот. Внутри вашей головы раздается сиплый шепот. А вот и ты. Так это ты насылал на меня те кошмары? Булькающий утробный смех пронизывает ваш череп, затмевая зрение и заволакивая слух. Остальные звуки с трудом пробиваются к вашему сознанию, словно сквозь толщу воды. Мотнув головой, вы прогоняете наваждение. Что ты от меня хочешь? Вам видится мужчина в шлеме с рогами оленя. Раздается сдавленный хрип, и шлем с громким стуком падает на землю. По вашим рукам течет горячая кровь. Смерть рогачу.
Обидно, когда тебя просят сделать то, что ты и так собирался. Сразу хочется назло ничего не делать. Почему именно я? Вы лишь чувствуете, как невидимые холодные пальцы убирают мокрую прядь с вашего лба. Так и быть, я отомщу. Утопленник, до сих пор неподвижный на протяжении всего разговора, кивает вам головой. Потом приди, возьмешь копье. То есть копье будет моей наградой. Убить рогача. Чувак, а ты не хочешь дебаф с меня снять? Убей рогача, ты что, блядь? Лонгер, I wonder, блядь. Кто ты? Когда-то давно ваш собеседник приехал сюда из Бревоя. Вам мерещится погожий весенний денек. Солнце согревает ваши щеки. К домику перед мостом подходят трое мужчин, на одном из них шлем с рогами оленя на голове. Так, тара-та-та-та. Пожалуй, я пойду. Утомленный персонаж, понятно. Бессилие, обессиленный персонаж. Че, еще раз отдохнуть? Как вы заебали. Так, скелеты, хорошо. Нехорошо, конечно. Так, проведение позитивной энергии. Давайте бахнем. Линзи. Барда песенку, ты сюда. Так, отходи. Я же не знаю, никакой информации о врагах не пишут. Let us strike as one. Repent. Промах. You survive. I always survive. Так, грохнули одного. Какой-то бред. Какой-то болезненный, сука, бред. Давайте я поеду на пост Олега и попробую поспать в кровати. Круто. Так, секунду, а чё у меня? Возможно, если я его убью, дебаф снимется. No, I can't.
Да, я так-то еле побеждал на тоненького, а минус один чувак в отряде, считай, на это. Минус 8 силы у него. Это что, ну, блядь, на приколе? Устали. More strength fades. Follow me, or don't. Чё опять? Олег, послушайте, тут такое дело. Раз вы так ловко с бандитами справляетесь, может, и еще с одной напастью поможете? У нас тут в лесу кабан завелся. Не кабан даже, а целый вепрь. Огромный, как медведь, и злющий, как дьявол. Потрошило его прозвали, сколько охотников убил, сколько покалечил. Страшное дело. Веккель Бензен нашел его логово, пошел убивать, вернулся без ноги. Он даже награду за голову этой твари назначил, а только свататься туда героев нет. А, может, хоть вы нас от этого чудовища избавите? Слышав это, Амери отживляется. Ха, какой-то свиньи испугались. Но мы же не то, что здешние хлюпики, а? Спорим, я этому потрошили и одна пятак отрублю. Пошли, сам посмотришь. Потрошилу убьем мы, конечно, но не сейчас. Я подозреваю, что сейчас он нам реально сам пятаки пооткусывает. Кестен и Рестен какой-то. Давайте спать. Сначала спать, короче. Спать, дебафы снимать. Если, конечно, это поможет. Может, мне это приснится опять? У, хорош. Я уже было это. Так, с этим я общался, товарищем. How much is the fish? Давай драгонем. Так, потрошило, понятно. Так, у Рогача есть где-то крепость, не допускаются туда немногие из его сброда. И где она, никто больше не знает. Хорошо. Давай, ничего нового он мне не скажет, я подозреваю. Так. Не магическое, разное предложить. Ага, это для Варлари броня, ее нельзя продавать. Блин, чё так мало? Всего на... Или это... А, на 500 фунтов, да, я насобирал. Ну, вроде да. Вроде бы как бы да. Так, у меня есть еще два меча. Длинные мечи, честно говоря, не знаю, кому они могут понадобиться. Ага, причем они так прилично стоят, между прочим. Так, длинный меч плюс один. Тяжелый щит плюс один. Вероятность провала мистического заклинания 15-15. А, информация. Дает бонус усиления 1 к защите. Но стоит косарь с лишним, да? Полный латный доспех. Кольчужная рубаха. Легкий доспех. Угу. В теории щит я бы мог приобрести, но сейчас, наверное, я бы... Надо Валере вернуть доспех ее. Этот в среднем доспехе. Ну и я, и есть я. Так, хилочек бы прикупить. Прикупить бы хилочек.
Так, я присоединил Харима и получил уровень. В теории я могу попробовать добить это паучье гнездо. Чисто теоретически. Он мне должен за это дать еще скидку на свои зелья. Поэтому давайте я, может быть, пока не буду покупать зелья, чтобы сэкономить немножко денежки. А пойду попробую добить тех пауканов. Итак, алхимических зелий у меня вроде есть. 5, 6, 7. 7, а нас пятеро. 7, а нас пятеро. Давайте, может быть, еще парочку я хотя бы куплю. Нет. 3, да. Ну или 2. Или 2. Покажи, что у тебя есть. Так, он вроде недорогой, да, там что-то. 15. Ну да, по 15 пойдет. Вроде не жалко, да, тридцаточки. Плюс он первый раз он нам неплохую скидку дал, во второй раз я правда не уверен, будет ли скидка, но если будет, то деле станут адекватных денег стоить. Сохранить. Да. Так, случайная встреча. Ну-ка посмотрим. Так, почему у меня построение всегда сбивается? Я не понимаю. Так, ты кто? Разбойник-заклинатель. Ну, допустим. А, Харим, бабчик. Песню запевай. Follow me, or don't. To victory. Так, призывает какую-то шляпу, да, она? Наверное, стоят покучнее. По 18 урона пойдет. Так, свиток увеличения гуманоида. Хорошо, будем увеличивать нашу варваршу при необходимости. Чуть-чуть танка, правда, потрепали. Ладно.
Так, ну что в этот раз? Чьё кунг-фу окажется сильнее? Ох, а Рим скоростной какой. Так, раздаем, раздаем. Так, фонарь не надо нам. И пусть немножко посветит. Децл. Нет, танку надо побольше вот этих. Он все равно нихера не делает. Все равно он ничего не делает толком. Так что пусть стоит, кидается, наверное. Так, это не надо. Свиток погибель. Тоже не на кого, защита от хаоса. Не. Так, ну у Лин здесь тоже будет, будет чем заняться на самом деле. Поэтому ее сильно грузить. А Рим. Два. Так, кому еще подкинуть? Кому еще подкинуть? Так, у варварши пока бутылка есть. Все, вроде готовы к труду и обороне. Give the order. Так, только... Должна быть она в центре, ты тут, ты тут. Ты бьешь из-за спины, и ты тут тоже что-нибудь такое делаешь. Not that I care. And Lindsay was called forth. Так, секундочку. I wrote it like I saw it. Yes, I'm still here. Aporane sentes. Follow me! Or don't. I don't need anyone's sympathy. Here, as you order. Patience. The end draws near. Well, what troubles you? Grotus awaits us. Так, баф Амери. Это на попадание, да? Получает плюс один мастерства к броску одиночной атаки. Don't hesitate. We will prevail. Куда пошла и вернулись на родину. Так, так надо подождать, пока остальные пауки подойдут, думается мне. Так, Каим. Так, Линси хилит танка. И кидаешься говном. Рим что-то не бросает.
Ого. Да что, блядь, не успел. Секунду буквально. Надо поднимать Харима. Харима надо поднимать. Lost. Почему он агрится на... на вот это вот говно. Вот же стоит паукан. Опять бьет по этому. Так, один отлетел. Нет, не получилось. Here. I am your shield. Угу. Так, вроде правильно. Will this ever end? What troubles you? Так, давайте разбафаемся нормально. The end draws near. Adventures call to them. Так, кто еще там у нас варварша? Oh, I'm listening. Yes, I'm still here. To victory! О, могу болеть. Так, а почему на меня? У на меня вот есть Валери. Ее и атакуйте. Хорош. Так, ты давай гуманоидов пей. Нет, кидаешь одну штуку. И ты кидаешь. И... так, а ты нас даже не бафал еще. Серьезно, прям с лету на две силы меня. Out of my way. Жестко. Да не того ты бьешь. Так. А, Харим. Харимыч. Так. Интуитивный бонус плюс 20. Что-то это все мало. Так, главное, чтобы Харим не отлетел.
Хорош. Пиздец. Не поднимется. Over everything. Though people say it was better before I arrived. Может, пошире встать? Пошире встать просто. Так, чтобы меня не ауешкали. Так, чуть назад. I am yours to command. To victory! Блять, забываю их вырубить все время. Let us strike as one. Угу. Так, на попадание есть, на попадание есть. Варвару на защиту. Так, развлекаешься с пауком, все. Ты. Делаешь, конченый, блядь. I can't keep this up much longer. Я не попадаю, да, нормально? Что нормально, никак не попадаю. Все? Так, Валерий наносит стая пауков 9 урона. Стая пауков погибает. Все, до свидания. До свидания, ребятушки. Do not hold up. They go down. I require healing. Yes. Так, на Валере действует стена щитов. Почему на нее не действует стена щитов? Она рядом с Харимом стоит, это раз. Ну-ка, блядь. Что за бред? Дварф, тра-та-та. А, нету, у него еще не было, да, боевых черт. Ладно, его уже проще добить. I don't need anyone's sympathy. Oh,
Четверочки, да, залетело? Отлично. Так, ну хотя бы пауков мы. Одолели. And Lindsay was called for. Давайте возьмем Линдси и будем ей ползать, потому что. Так, ребятки, что у вас есть? Ага, жезл исцеления серьезных ранений. Вот это прикольно. Зелье восстановления ниши, редкие корешки и монеты. Серьезно, это у вас на троих такое богатство было? Блять, еще туннель. Ах, стопэ, блять, еще. Ну, нет, наверное, я не смогу. Ну да, у меня нету алхимического огня, больше ничего не действует. Больше на этих ничего не действует, товарищи. Поэтому давайте-ка зелье восстановления я возьму. Надо его использовать по максимуму. Так, 4. 4 нормально. По-моему, максимальное, что могло нарулиться от 1 до 4 восстанавливает характеристики. Да уж. Так, вернемся на пост Олега. Давайте посмотрим, что мы получим в качестве награды. Да и пора уже заканчивать серию. Так. Так, Бокин, по поводу твоих заданий. Клыковица, признаться на старости лет. Блин, это не те корешки, походу. Речной кошмар, покажи, что стоишь. Потрошила кольцо Светланы. Клыковица, в пещере с пауками. Лунный редис. Набрать ведро лунного редиса, принести Бокину. Рядом с редисом часто видят кобальдов. А, это, наверное, у дерева. Блин, а я не набрал. Зря потратил время, получается, да. Хорошо, в любом случае нам нужно будет отдохнуть. Ну, на этом закончу серию. Надо определиться в следующей части, двинем мы кобальдом искать этого Петручиньо, блять, или мы пойдем к разбойникам, в лагерь разбойников. Я склоняюсь, конечно, к Тартучо. Я склоняюсь к тому, что надо найти Тартучо. Потому что хрен его знает, что там в этом лагере разбойников, сколько их там, совершенно непонятно. Ладно, подумаем. Все, всем пока, до связи.